Всем привет, вы на канале НКХ, с вами, как всегда, Александр. И на этой неделе я хочу представить вам небольшой цикл обзоров оборудований для очистки металла. Первая программа, как вы уже заметили, посвящена лазерной очистке металла. Примерно вот такой вот аппарат можно сейчас приобрести практически в любой стране мира. Сильно распространены эти станки на данный момент в Китае. Аппараты для лазерной очистки металлов на данный момент имеют три вида габаритов. Первый, как вы видели, был стационарный, второй переносной и вообще в виде ранца. Как вы уже догадались, третий вид самый компактный, но в то же время самый дорогой. С помощью лазерных аппаратов вы без труда даже сможете почистить поршни от кокса, не прибегая ни к каким химическим средствам. Дело в том, что лазерный луч расщепляет загрязнение практически до состояния пыли. Не буду читать заумную формулировку, так будет намного проще. И когда загрязнение распыляется, лазерный луч отражается от поверхности металла. Кстати, данный агрегат можно настроить для того, чтобы он очищал не только металл, но и дерево. Про другие материалы я, кстати, не нашел никаких сведений. На сайте производителя об этом тоже мало говорится, поэтому, чтобы проверить другие материалы, нужен такой же образец. Видите, лазерный луч без труда справляется также и с краской. А вот пример обработки деревянной поверхности. Лазерные установки в зависимости от ценника имеют разные виды мощности. От 30 до 1000 ватт. Это смотря для чего вам нужен будет этот аппарат. Стоимости аппаратов также очень сильно разнятся. Аппараты малой мощности стоят в районе 30 тысяч. Установки с мощностью 1000 ватт могут достигать в ценнике 11 миллионов. Как вы видите, данная установка очень даже подойдет для очистки различного антиквариата. Ссылочки на все оборудование, как всегда, будут располагаться под видео. Огромное спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока и до новых встреч!